побольше. Носочки ему взяла вот сейчас носить. Будь здоров. Будь здоров. Такие, ну, такие обычные. Вот, взяла. Носочки нужны, шапочку. Чепчик. Я думаю, что ему большеват, может быть. Да, у нас такой. Так, вот это стоит 70 рублей. Фирма Melnon Lons. Вот это вот такая вот стоит 19 рублей чепчик. Чепчик-мепчик. Дальше. Салфетки. Мэпси фирма. Польша. Взяла на замке, правда, и на одну ножку. Блин, опять я не обратила внимания. Так, здесь. В общем, это размер, пишут, что 68. Такой довольно-таки трикотаж, теплый. Вот, с обезьянкой. Вот. И недорого стоил, поэтому я взяла Just Born. Это у нас 3-6 месяцев, от 3 до 6 месяцев. 3 до 6 месяцев. Такие машинки. Тоже сейчас носить надо это. Не так, как я люблю откладывать. И размер 3, фирма Carter's. До 5,7 килограмм. Ага, конечно, мы уже это прочитала, 68. Ну, в общем, нам-то сейчас это большой. Но, знаете, так, запас желательно иметь. Я его даже не стирать ничего не буду, просто уберу. Так, далее. Чек. Вот такой костюмчик. Сейчас глянем. Это у нас 3-6 месяцев, от 3 до 6 месяцев. 3 до 6 месяцев. Такие машинки. Вот такой вот классный. Мне понравился. Мальчиковый. Мер 3, фирма Carter's. До 5,7 килограмм. Ага, конечно, мы уже весим 7. Так что брехушки. Не знаю, мне кажется. В общем, такие вот ему обновки. Стирать на выход. Такие вот тряпочки. Тряпки. Так, здесь. Первый раз в жизни мне дали вот такой чек. О, подождите, это что? А, чек вот. В общем, сумма вышла на 3208. О, господи. На 2300. Новый комбинезон. Хочу попробовать одеть ребенку по размеру. Ну, вот такой вот классный. Ножки здесь закрыты. Проблема в чем? Ну, то есть не проблема, конечно. Ну, то, что мне не понравилось, то, что ручки открыты. Такой, знаете, как летчик. Летчик за летчик. Классно вообще. А вот эти нам маленькие, естественно. Ну, это вообще жесть. Дело в том, что на ребенка, естественно, я не мерила изначально. Мужа просила привезти, он мне привез. Купил, привез. Можно будет повезти, типа поменять. В общем, мне так надоели розочки. Я захотела тюльпашек. Вот три таких.
Да не меня. Куда почему-то смотрят. Так интересно, да, вот такой сорт с рисунком. Розочки, да, тоже такие делают сейчас. Так, Рафаэла, полотенце для тебя с любовью. И, наконец-то, у меня появилось для выпечки, потому что у меня посуды нифига нету. Я уже жаловалась, что мне не хватает посуды. Вот такая вот форма для выпечки. Вот. Так что, честно, рада, если честно. И Браун, муж мне подарил блендер. Правда, я хотела погружной. Ну, в смысле, погружной он и подарил, да, я так понимаю. А я хотела стоячий. Потому что такой у нас есть. Но он у нас сломался. Сломалась, по-моему, вот в этой части. Раскололась, там все, он нагревался. Ну, это вообще, ну, пипец, долго рассказывать. Но тот можно отремонтировать либо на функцию вот такого погружения, либо на функцию вот в эту чашку. В общем, я хотела немножко другой, но... вот еще одни. Расчел, что нужно вот так, значит, ну так, значит так. Пусть будет так. Вот, специально пошла показать, какой у меня был. Это тоже новый. Совершенно я с ним не попользовалась. Подходит под интерьер нашей кухни. Видите, он такой офигенный-офигенный, но одним названием Scarlett я не знаю. Ну, фирма слабенькая. Но все-таки. Все-таки слабенькая. Такой красивишный. Но сломался. Видите? Вот сломался, я же говорю. Вот эта часть сломалась вот тут. Получается, даже там внутри. Вот здесь. Вот здесь. А сломался на яблоках. Представляете? Вот как такое? Я не знала, что так нельзя. Мне здесь нравится и вот этот стакан, и вот этот стакан. У этого стакана просто снизу прорезинено, потому что он хорошо на стол ставит, чтобы не царапало. Сколько? 5 минут 3-го. Состав из чего торт сделан? Почему он такой, как весь из крема состоит? Как мороженое? А да, кстати, он тает, его нельзя держать. Надо только в холодильнике. Ну, как из мороженого такое. Ой, я вообще такой офигенный, вкусный. В общем, выглядят они вот так. Здесь прям блестит розовый. Как будто девочки выпускают. Ну, такие красивые, яркие. Вот есть индикатор, значит, он должен загораться прям. Ну, в общем, М-ка, да, это? Угу. Внутренние такие мэпси. Мы, естественно, купили салфетки первые. И вот я попросила его купить подгузники. Здесь 42 штуки. Что они из себя представляют? Дальше. А дальше я вот это не заказывала. Это все, что у нас вкус уже купил. Сыр. У нас есть один, но мне там не понравился. Так. Чебупицца. Курочка по-итальянски. Вот такая вот. Ну, я как-то пробовала, мне, в принципе, понравилось. Ну, вот. Это к чаю. Это у нас бычки обжаренные. Ой, томатный соус. Я вчера одни съела, так жрать хотела. Это зелень. Ой, давайте я так сниму. Это у нас лечо, он знает, что я очень сильно люблю. Потом килька в томатном соусе. Арахис 2 штуки. Это мужу. Я такой не ем.
сто раз уже говорила во всех их видео. Потом печень трески натуральная тоже. Так, капуста, гранатовый сок. От такой фирмы мне нравится. Ну, уж не знаю, насколько он там настоящий. И, походу, это грейпфрукт. О, это гранат. Это кот прошел, извините. Так, сейчас это мы все будем убирать. Это вот, наверное, сейчас покушаем. Пицца. Пицца. А расскажи мне состав, из чего торт сделан. Почему он такой, как весь из крема состоит? Как мороженое? А да, кстати, он тает, его нельзя держать. Надо только в холодильнике. Как из мороженого такое. Ой, я вообще такой офигенный, вкусный. В общем, выглядят они вот так. Здесь прям блестит розовый, как будто девочки выпускают. Ну, такие красивые, яркие. Вот есть индикатор, значит, он должен загораться прям. Ну, в общем, М-ка, да, это? Внутренности у нас вот такие липучки. Не могу я одной рукой оторвать. Ну, в принципе, нормально. Нормально? Ну, так, на первый взгляд, похоже немножко на хаггисы, эти элитсофт, или как они, которые белые мне понравились. Но сейчас я трогаю, там на хаггисах они так, кругляшки твердые. Здесь, конечно, не то, ну ладно. Смотрим. Так, ну, в общем, мы сейчас в больницу ездили, возили сынульку. Я сажусь кушать, муж поехал по делам, даже не покушавши. Вот. Купили домашнюю сметану. Вот она. Красота, смотрите. Это шпроты. В общем, я захотела копченую курочку. И корочка люблю. Вообще вот люблю корочка вот так тоже в духовке зажаривать. Ну, оно как-то сочное, сочнее. А у копченых они как будто эти вкуснее, чем саму целую курицу брать. Ох, лето приходит. Лето. Мой любимый батон. Кто кушает, приятного аппетита. У меня горячий чай. Автолига. Да, сладкий. Да, сынок. Сына покормила. К чаю еще вот такие пирожные. Но, кстати, они мне не очень понравились. Потому что ничего особенного. Так. Возили сына в частную клинику к окулисту. В общем, она сказала, что пробивать, в общем, надо канал слезный под наркозом, потому что нам уже через сколько? Через недели, полторы недели, 5 месяцев будет. Соответственно, а до 2 можно было без наркоза. Короче, сука, окулист, который нас наблюдала за бесплатно по полису, да, то есть по прописке, пидораска, то есть, извините, я матерюсь, да. Ну, потому что я очень расстроена. Я же ей говорила просто нашей окулистке. Может быть, говорю, пока вот можно без наркоза, все вот это, пока там у них особо они боль не чувствуют. Может быть, мы это все делаем, ну, сделать. Нет, ждите, должно быть пройти. Она мне даже не сказала, понимаете, что можно ему делать, как ему делать массаж там. Она мне не показала. Она, оказывается, можно было какие-то капельки назначить тоже для этого слезного канала. Тоже ничего не назначила. А мы все мучимся, глаз постоянно закисает, я альбуцидом левомицетином лечу, только вылечу, да, как нагноение, слезится, опять через неделю опять начинается. Бесполезно, потому что другая причина. В слезном канале, как он. А там делают у нас в городе только в одном месте, в краевой больнице детской. Это пипец, очереди будут. Жесть. Анализы сдавать надо. Ой, не знаю вообще. Хуже некуда. Арсенал игрушек.
прорезыватель, вот такой вот мишка, обязательно с водичкой, ну, которую, знаете, можно будет охлаждать потом впоследствии. Это игрушки, которые из Бабаду пришли, маракас, ну, как погремушка работает. Ключики вот от Чико, вот эти. Вот это вот червяк, ткань такой. Вот этот, я уже забыла, что за фирма, мячик. Забыла уже, ну, Playgo, ай, Playgro или как. В общем, вот эта фирма. Хороший мячик, он шуршит. Жираф Софи. Естественно. Ну, то она мне так нравится, вообще я от нее балдею, видите, она трясется. Ну, Teftoys фирма. Ну, почему-то он ее не особо заценил. И вот такая вот, такой вот львенок. Так тянется дело все. И играет. Еще есть просто другие, не буду показывать. Там, в общем, постирала, значит, я от фирмы Мэпси. Вот, самое главное, детское посмотреть. У нас дождик пошел. Ни на одно из вещей не остался гелевый слой, как бывает. Причем от известных фирм. Я сейчас не вспомню, какие там. Ленор. Вот Ленор у меня оставлял, когда стираешь. Так что все нормально. И еще я же заливала кондиционер, так что это я так высушиваю одноразовые пеленки. Ну вот, например, один раз сильно, если не пописил, то я высушиваю, экономлю, короче. Вот так вот и живем. Так вот и живем. В общем, поэтому вполне можно покупать Мэпси. Самое главное, что не остается на белье. Вот такая вот фигня. Видите, какие у нас там розовые какие-то деревья внизу. Здесь был магазин «Карапуз». Он переехал туда сверху. Здесь открывается магазин «Малютка» называется. Здесь был магазин «Вершина» вон там вот-вот. Это все вот супермаркет, с которого очень часто я покупала, да? Какие-то там продукты. Он закрылся тоже. Глушь, глушь, глушь. Ну, Пятерочку тут открыли. Я на этом с вами попрощаюсь. Встретимся с других видео. Буду стараться что-то снимать. Тем более, что это востребовано. Мне очень приятно. Спасибо.